Вы знаете, я просто ума не приложу. Кому и зачем нужно за нами следить? Вы знаете, так страшно было, я теперь одна никогда не останусь. Ну, бояться не надо. Дадим указание в местное отделение милиции, сами проверим. А художественные ценности на даче есть? Может быть, картины, фарфор? Да ну что, у нас в городской-то квартире ничего нет. Да. Вот не понять ничего. Вы не запомнили номер машины? Нет. Нужно мне вытащить клад. В субботу на даче никого не будет. Все уедут. Хорошо. Хорошо, хорошо. Скажите, где находится дача, в которой вы искали клад? Заканчивайте. Нет, никому. Пора, пора, нет. Пошли. Догадываетесь, чем могла закончиться для вас встреча с вашим бывшим пациентом? Напитков катастрофически не хватает. Так, чем занимаемся, девочки, свободное от отдыха время? Работаем. И учимся. А, в ногу с эпохой. Как говорится, учимся у жизни, работаем над собой. Именно так. Капитан Крошин, ну что у вас? С первого взгляда нам показалось, что это обыкновенный наезд. Потерпевший стоял в стороне на съезде грунтовой дороги. Водитель выходил из машины или этого не установишь? Отчего же? Грунт здесь мягкий, следов выхода нет. Коль, займись. Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук и Олег Даль в советской детективной ленте «Золотая мина». 31 марта в 21:30 на телеканале «Апрель Медиа».